За что можете сказать хорошее о нашем президенте? Только положительно. Спасибо ему и мои соседи, мои друзья желают ему долгих-долгих лет жизни. Спасибо ему. Что можете сказать о нашем президенте? Ну, по сравнению с тем, что было, человек ставит цели и добивается их выполнения, самое главное. И результаты налицо. Проехали вот весь Краснодар и Крым. И насколько люди воодушевлены тем, что он делает, и верят, что мы далеко, мы сибиряки, далеко не чувствовали вот этой беды, которая была. Поэтому, ну, однозначно его поддерживаю. И других кандидатур в настоящее время не видим. Президент настоящий. Настоящий президент народный. Остальная вся президент. Единая Россия, я трансформировал ее. Единственный президент во всем мире. Он самый лучший президент во всем мире. Поэтому мы его любим и поддерживаем. Я считаю, что вообще надежда мира — это Владимир Владимирович. Пока Путин будет вести ту политику, которую он ведет, до сих пор вел, есть надежда, что в мире не будет ничего плохого, и все ребята, которые хотят всех под себя подмять, будут находиться под каким-то контролем. Потом то, что он сделал со страной, в том состоянии, в котором он страну принял, и куда он ее довел, а это еще не предел, мы видим, что все улучшается. Я вот в России бываю раз в 5 лет, каждый раз я приезжаю, и я просто в восторге от того, что я вижу. Меняются такие вещи, которые, казалось бы, невозможно поменять. Дороги, отношения между людьми. Я, конечно, у меня внешний. Я не знаю, как внутри все изнутри, но внешний вид того, как люди ведут себя на дорогах, пешеходы стали вежливы, водители становятся все более вежливыми. И настроение у людей улучшается постоянно. Вот это я вижу, и мне это очень нравится. Путин. Лучше нет, не будет и не может быть. Даем ему воздушные поцелуи. Вот так.